Здравствуйте, уважаемые читатели iPhones.ru. Сегодня я вам поведаю об игре Wacklands Boss от компании Chillinga. Даже после того, как известных издателей приобрел гигант игра промо Electronic Arts, ребята продолжают радовать нас интересными игрушками малоизвестных разработчиков, которых они берут под свое мощное крыло и начинают продвигать. Игра Wacklands Boss рассказывает о похождениях зеленого монстра, которого обидели жители королевства. Замок их короля мешает любоваться закатом. Представляете? Голову с плеч, скажет чудовище и пойдет в бой. Создаете свое чудище, называете его и отправляетесь в путешествие. Во все стороны летят головы рыцарей и надоедливых лучников. Но время от времени появляются принцессы для вашего же блага. Зачем? Все просто, вы ими питаетесь. Кстати, очень диетическое блюдо. Игра приправлена отменным юмором. Ваше создание может одеть не только кольчугу, но и балетную тачку или кроссовки. Схватив корову, мирно пасущуюся на вашем пути, можно бросить ее в ваших врагов, и они разлетятся во все стороны, как кегли в боулинге. Еще думаете, покупать или нет? Цена заставит вас определиться. Всего $1 за веселые приключения мини-Годзиллы. Надерем задницу этому наглецу.